Я тогда доем его. Так, привет из Казахстана, уважаю. Привет, привет, ребятки, леди. Леша, слышала про беременность Рапун? Слышал? Ребят, ну так, мельком. Не буду кричал, сам помирился. Смешно. Ну, пускай смешно. Как дела, что делаете? Мы на шоу приехали. Привет, дубы, как у гусеницы у Ани. Нет. У вас жара, у нас здесь холодно даже. Леша, да. Ты меня ночью укусил. Я тебя укусил ночью? Я укусил ночью Аньку во сне, наверное. Да, да, идет проверять Варик. Он идет проверять где? Укус. Ты меня зачем укусил? Мы с Ингой все поняли. Да? Я кусаюсь по ночам. Как я ее люблю, вы даже не представляете, ребят. Привет, Берлин. Леха бухать бросил? Да, я 6 дней не пью. Нет, 4. Ну подожди, я тогда слышишь, бокал считается, поэтому ладно, не 6, 4. 4 дня. Я вам всю правду скажу. Спасибо. Я никогда не вру. Ну там бокал ночью был. Нет, это считается. Полбокал. Ладно, хорошо. Ты счастлив? Я очень счастлив, да. Якутия, привет. Аня похожа на Фил... Нет, Аня не похожа ни на кого, она на себя похожа. Ленинградская область. Помирились с Аней? Да. Алеша, не обижай, любимки мои. Спасибо, Глебовна. Да помирились они, хватит спрашивать. Вы гуляете, что ли, куда-то собираетесь? Будет сегодня да, шоу. Дискотеку. Да, сейчас будет Анютка выступать, там девочки будут выступать. Вот у нас стюардесса. И Дальний Восток, привет вам огромное. Алеша, Арми, покажи Аню. Ну вот она, я ее показываю. Это Гипмальцум Анна und sagt, ja, dass du sie liebst. Ja, ich liebe Анна. Das ganz mein Herz gesagt. Молодец, держись, спасибо. Привет из Казахстана, уважаю твое терпение. Спасибо. Украина, привет. Любим вас. Хочешь дочку от Ани? У нас сын будет. Нет, Софочка будет. Назовем его Герман. Софочка. Привет, Софочка. Это в честь Софы, да, которая ушла? Нет, Ольга, в честь моей бабушки. Все. Вот так и живем. Мы как на вулкане. У нас, знаете, что у нас нету, короче, стабильного времени. Это круто. Мы непредсказуемы сами для себя даже. Вот в этом союзной передай. Сюзанне. Привет, Сюзанна. Да почему голоса за Крис Б не принимают? Не знаю. У Савкиной трэш вообще не знаю. Где клубничка? Клубничка здесь. Кукла-мукла. Самая пиздатая парочка. Спасибо. Побольше Аньке внимания. Видно, что она тебя любит. У вас сразу настроение появилось. Да, конечно, мы не ругались. Мы уже не ругаемся. Зайчик, сколько с тобой? Мы не ругаемся. Целых. Для нас это просто рекорд. Да, за 2 месяца. Вот мы 2 месяца будем скоро вместе. И у нас скоро дата 2 месяца, через несколько дней. И я говорю, 2 месяца не отношений. Да. Так, побольше Аньки внимания. Саня, хочешь семью? Конечно, хочу, иначе бы ничего этого не было. Любим вас, спасибо. Неплохой парень, как оказалось. Глеб молодой, неплохой. Вы вместе, да, Леша? Вы Данусиком общаешься? Уже давно не общался, 3 месяца, наверное, не общался. Зубы свои, да. Глеб и Настя не помирились. Анютка, привет. Помирились. Нет, Мартин не ушел. Зачем женщину опять Настю притягиваю? Не знаю. С Красноярск вам привет. Красноярск, привет вам. Самая интересная парочка мы с тобой. Вот моя самая. Привет с Крыма. Крым, привет. Трезвый Крым непобедим. Что там за баба-яга сзади пролетела с повязкой? Это не баба-яга, это... Катя ее, как фамилия? Кадетка. Брянская обожаю, спасибо. Горина ушла, вот Горина прошла. Хочу, чтобы вы были вместе. Сынок, если у тебя, надо дочку. Ну, приколист, если бы не ты, на дом 2 бы сдох, спасибо. Кто ушла вечером, не знаю. Такие вы клевые. Привет, Леша, как дела у Саши и Маши? Наверное, нормально. Ермакова охренела.
Ермакова. У нас все хорошо. Вот, видишь, услышала Маша. У них все хорошо. Со слов Маши у них все хорошо. Не верьте им. Не верьте, ладно, это шутка. Hello, мазафака. Привет, Света Ламакер. Ермакова гоните. Пора делать предложение. Ну, я думаю об этом сейчас. О предложении. 15 размер. Да. 15,2, да? Да. Так, Суриска, привет, привет. Берлин, привет. Илона Фукс, привет, Илона. Соседка моя. Артем ушел? Нет. Привет из Донбасса, привет. Привет из Норвегии. Передавай Анютке. Юлечка, привет, передал. Леша, скоро дети. Сколько детей у тебя? У меня с Анюткой. Санюшка, ноль, а так один сын. Привет с Киева, когда уже свадьба ваша? Киев, привет, привет. Аня кадр. Аня не то, что кадр. Аня крендель такой, ну, новый. Мы похожи, кстати, друг с другом. Поэтому мы уже не ругаемся, знаете, сколько? Вторые сутки, да? Да. И, а, нет, со вчерашнего ночи. Ну да, два дня будет вечер. Да, вечером два суток. Двое суток. Это рекорды, мы бьем рекорды. Я уже говорю, скоро у нас 2 месяца. Я говорю, да, не отношений. 2 месяца не отношений. Ташкент, привет. Слушайте, дыньки ташкентские. Зачем бабку вернули? Какое предложение? Зачем? Еременко, Еременко. Привет из Беларуси. Привет, Беларусь. Обожаю смех Ани. Леша, ты когда-нибудь побреешься? Симпатичный мужчина, зачем? Поляну. Мне спрашивают, побреюсь я когда-нибудь? Нет. Леша, вы очень классная пара, спасибо. Аня сексотка. Понимаете, что сексотка – это немножко другое. Вот вы пишете уже не первый раз это. Сексотка – это раньше называли сексот. Нет, да, это секретный сотрудник, короче, стукач. Вот. Не обижай больше Аню, не обижай. Аня будет волосы наращивать. Аня уже наращивала волосы. Ой, да. Лучше темный цвет. Да. Аня, красотка, вы хороший пар. Может ведь не ругаться. Можем не ругаться, ребят. Да. Знаете что, от кого это все зависит? Да. Он да. Сашка Кабузи. Это все зависит от меня. Вот я... Ой, давайте, это Крис. Я психанула, прикинь, и говорю на следующий день, типа, все. Крис, вот он. На. Ой, да, ну, смотрите, Крис какая тоже красотка у нас. Красотка. А вот моя худышка. Нет, даже не дотрагивался. Береги Аньку. Пароль только Анька знает, я не знаю. Все, она улетает. Да, глаза, я забронировала билеты и отель. А зачем ты еще карту открыла в Самаре? А я выбирала, куда полететь. Это комитет. Да, бил. Я выбирала, зай. Дивились, футбол Украина-Англия? Нет, ребят, футбол вообще не смотрел, но за Украину очень рад. Многие русские здесь болели. Да что, вся Россия болела за Украину. Уруй Айхул. Алло. Габозову привет с Ташкента. Сашке привет. Ты куришь? Нет, я не курю. Мы знаете, почему не ругаемся с Анюткой? Потому что я стал терпимее намного, как Глеб Жимович. Я просто перестал провоцироваться и более... Вы знаете, вообще отправной точкой было то, что я увидел свое омерзительное поведение, которое было... Понедельник, да? Нет, вот, позавчера. Среда? А, нет. Что же у меня за день? Сегодня... Сегодня воскресенье. В четверг. В четверг, да. Увидел себя со стороны. Ужас, как он себя вел. Он мне подарил подарок и цветы. Цветы летели на 2 метра в высоту, а подарок вообще на 5. И, короче, со стороны потом показали. Я не смотрю эфира же. Крым с тобой, спасибо, ребята. Мужчина мечта. Спасибо. Потом Аня гонялся тоже по всей поляне за мной. Преследовал меня как просто. Маньяк, я бегу уже к нашим главным, а он за мной бежит. Втихаря меня за волосы ухватил, руки выкручивает, ужас. Так, открывай глаза, открывай. И все, и больше, короче, чем дети сзаду. Синдром. Чьи дети сзаду, ничьи.
Девочки, привет, которые красят вас, респект им увожу. Девочкам, которые красят вас, привет, да, респект уважуха. Терпение железное с нами. Вас красивыми, они делают и вас, как чего игноришь, кого? Татьянка, никого не игнорю. У вас на дом 2 кто-нибудь поставил прививку? Да, все под прививками, под шейками. Сане приветик из Волгограда. Сашке привет, он ушел уже. Осетину, привет с Беслана. Хорошо, дети новенького Леша. Яна так смотрит сзади. Яна Захарова? Она всегда смотрит, смотрите. Ведьма свой глаз острит вечно издалека. Вот она. Она постоянно стырила вчера хлеб у нас. Она вчера стырила мои 2 тоста, я это запомнила, я очень злопамятная. Теперь, она когда будет готовить, я не украшу. Нет, не мужчина. Вам нужно место, нужно вам, да? Все по плану, так же? Все по плану. Карма, как будто стали вдвоем, отвечаю. Карма, карма. Карма, карма. А я, ребят, 6-й день не пью, короче, вот у меня фреш апельсиновый и спорт. Лилька, вон красотка сидит. Твоя самая любимая пицца. Моя самая любимая пицца — это Шлейшта пицца, наша пицца. Я сейчас в сайт включу, ребят, у меня будет доставка работать с дома 2. Буду открывать пиццерию пока там. Леша, иду к тебе на дом 3. Хорошо, Виктория, только лучше не надо. Глебас, дай водички мне. Водички? Нету. Так. Яна, привет, передавай Алексею. Что хорошо. Ну, примерно будет, но ну, тоже старше у тебя на воду. Ну, ложись. Смотрите все, кто здесь у нас. Ребятки сидят. Я не знаю, насчет дома построил, нет. Леша, ты лучший. Весь сырой. Смотрим все твои истории занять. Слушайте, я пробежал, короче, 10 километров. И, ну, позавчера я... В общем, что-то у меня болит колено немножко. Сейчас витаминчики пропью. Лильке повезло с парнем. А я тоже так считаю. Лильке повезло с парнем 100%. Но... Вы снова пьете? Нет. Кристине повезло с парнем, как считаете? Конечно, на 100%. Ну да, вот. Сегодня по эфиру не очень повезло. Сегодня эфир выйдет. Ребят, ну они уже помирились. Нормально. Так что, ну, сильно его не ругайте. Сегодня вечером. Пиздец, блядь. Снова пьете? Нет, никто не пьет. Рецепт вкусняшек не даю. Я вам написал всем фан-аккаунтам, чтобы нихуя не выкладывали вообще. На каждом канале идет шоу ББ, на каждом канале, не знаю. Сразу так расцвел, как помирился с Санькой. Смотреть приятно. Спасибо большое. Да, нет. Так, передай, пожалуйста, Ане, что я ее обожаю. Ксения. Ань, тебя Ксения обожает. Все, передал. Повезло, Крис, короче, сказали. Повезло, Крис, короче, Кельбас. Такой красавчик. Давай тогда вот так спросим. А мне повезло, как считаете, вот, если честно? Тут пишешь, Крис Лисковец лучше. Повезло, Крис. А мне повезло? Мой хороший, я же читаю по очереди. Да? Это же долго. Лучше, чем Крис. Да, Крис. Пойдет. Тебе не повезло с Лисковец. Парню повезло с Кристиной. Два лагеря. Алексей, Аня лучше, да. Кристине не повезло. Мазь моя тайская тебе поможет. А колено и спину вылечит. Тебе ли? Мазь моя тайская, да, давайте, спасибо. Скиньте в директ, как называется. Глеб, чемодан. Чё там Крис в трусах? Прошлась уже. Не знаю, у них конкурс. Крис и Глеб — красивая пара. Покажи Глеба с Крис. Давай про кого вечером говорили? Что его девушка? Про Олю Бузову. Нет. Лучшая пара — Глеб и Крис. Не повезло. Зачем Кристине такой молодой? Мальчик, зачем? Да. Крис супер, хабалка. Нет.
Привет, Леша, гоните, не буду. Плохие комменты не буду читать, короче. Кристине не повезло с парнем. Повезло, но Глеб хороший, ребят. Бывает, но сегодня эфир будет такой трэшовый, правда. Но мы их помирили. Для палачинка. Не, Крис хорошая, вы зря говорите. Так что, ну, она реально такая. Ну, я уважаю. Ромаша, покажи. Где Женька, не знаю. На проекте доктор не нужен. Белоногов Женя. Не. Глеб добрый и Крис здоровый. Не. Вообще самая крутая пара, вы спасибо. Давай, выходи. Остальная херня, спасибо. Выходи чаще, Глеб вытащи сюрприз. Так, новенький парень, походу на Федю Стрелкова. Когда итоги скоро, сегодня в дом 2, 22.00 будет, Леша, да ты куришь? Нет, я не курю. Кристина, замучить парня. За кого бы ты отдал свой голос на конкурсе? За Аню, конечно. Аня просто супер. Колхозник пришел на проект. Держись, спасибо. Не понимаю, о ком мы, ну ладно. I don't know. И что я нечто. Короче, ладно, вслух не буду читать. Конкурс будет «Человек года». По-моему, в сентябре. Надька просто слишком много берет на себя. Жалко новеньких. Есть такое. Кристине нужен другой молодой человек. Нет. Вы знаете, мы выбираем тех, кто нам нужен. Угу. Рапунцель, не знаю, диету соблюдаю. Читаю вслух. А тем, чтобы Аня выиграла конкурс, это тоже. Береги Аню. Берите Аню с собой в Турцию, вы сына повидаете. Она рядом будет, вы хорошая пара. У меня сын сейчас не в Турции. Они были в Испании, сейчас полетели в Болгарию. Саймона Орлова вместе. Не. Да, читаю вслух. Как Алена Рапунцель, не знаю. Вот Мартинчик, смотрите, хамло проекта. Я закончил бирзу, там одни пятерки. Загляни в карманы, там одни пятерки. Я знал все это сразу, когда был ребенком. Снял пояс Луи Ви, отшлепал твою тёлку. Минутка с собой в Турцию, так, ты достоин победы, я за тебя, спасибо. Макс, скинь мне, пожалуйста, сейчас я послушаю. Майк израильской армии в Израиле покупал. Точнее, не я покупал, а бывшая жена покупала. Мы ездили на Мертвое море. Дай ему пощечину. Артем, просит тебе пощечину дать. Давай. Это тебе, короче, за все хамло твое, за все хамство твое. Можно, можно за то, что вот? Раз мне пощечину, тогда вы идите нахуй. Неудачники. Нет, Морган, зачем ты тут туда, ну? Потому что... Жалко Рапунцель, если это правда. Ну так-то да, можно. Что заказывал? Сейчас. Привет, Саша. Ну нам минут 10. Давайте, минут 10. Смотрите, сейчас будет уже
Готовная красотка. Я красавица всегда, даже когда сплю. Да. Так. Из Израиля привет, рисковец, думаю, выглядит. Твою ты что, Морган... закрашивают тогда, получается? Да. За вас голосует Минск. Спасибо большое, Минск. Во, это было за дело. О, бороду сбрею, наверное, да, сейчас. Да, блин, уже я загорел немножко, сейчас сбрею. И будет, ну, неравномерно все. Иванова, привет, ребятки. Посижу у Надьки в эфире, надо ей пару хороших слов написать. Не, если за счет Мадан, Алины, проекте. Тебе без бороды лучше будет. Ну, окей, посмотрим. Все, ребятки, давайте, пока-пока, спасибо за эфир.